Тебя не видно. Он загружает. Название канала. Он тебя сожрет. Ты чё за название канала? Показывает только первые 50. А, ты смотришь, кто играет? Ну, первые. Все, можно. Можно подключаться. Так, я пока на корабль тогда пойду. Чем мы там закончили? Бой последний был с этими, с яйцами. Thank you.
Алло, привет. Здорово. А, работает все нормально. Лирик, дай мне этого персонажика моего. Моего красавца. А так он у тебя? Не, я вон этим управляю, дварфом. У тебя и хоба было. Да? А. Не обратил внимания. Так надо было дварфом тогда повоевать. Так я вот что думаю, можно эту тетку-то, ящерицу вернее, освободить-то? Ну, другим путем. Не будем же мы воевать, да, сразу? Да сейчас поприкидываем, что да как. Там же это нас, помнишь, отправляла к этому... Как ее зовут-то? Так, это все закрыто у нас. Змеиный язык. А, вот это Райкер. Понятно. Вот эту маэстро Сиву. Вот. Тут этот Райкер, который нам дал задание скрижаль найти, он, короче, оказался какой-то слугой короля бога. Что это означает, непонятно. Это ты где там что вычитал? Ну вот здесь моя история, завет. А. День 10. Райкер, смотритель погоста, оказался слугой короля бога, хотя он был бы рад освободиться от завета. Ты кто-то с ним разговаривал, видимо. А завет я не знаю, что означает. Это какая-то отдельная ветка квестов, что ли. А у меня, кстати, в инвентаре лежат какие-то странные погрызенные кости. На этих свежих костях видны отметины зубов небольшой или среднего размера собаки. И под отпечатком зубов виден засохший яд. Не знаю, что это такое.
Просто мне кажется, если мы начнем воевать, то, скорее всего, придется всех магистров убивать. А так как они на нас не нападают сейчас, то, может быть, какие-то дополнительные квесты мы сможем поделать. Правильно? Они ж не знают, что мы всех поубивали уже на форте. Так, что тут такое? Кася, уйди отсюда. Кстати, тут как-то по воде, что ли, можно пробежать? Это с своим новым умением-то не могёшь? А вот, я тут просто пробегаю с трепования. О, видишь? По грудь в воде хожу. Тут по карте видно, что здесь есть проход. Я тут уже удочек наворовал. Можно магазин открывать. Пацан какой-то бегает, Элизабет. Вернее, девочка какая-то. Мотя, еще ты тут лезешь, иди отсюда. Так что, Серега тут, нет? Ой, стой. Только что кто-то подключился еще, он уже вроде типа онлайн, да? Может, подключается, в смысле, этот процесс, в смысле, идет. Лежанка, если кому нужна. Да, вроде уже все нам завелись. А, это, наверное, проход, по которому я прошел. Это, наверное, вот эти вот, может, не пускали бы просто. Вот сейчас сохранение пошло, ты куда-то сунулся. А, это я, да? Видимо. А попробую вот это пройти, вон там, где мост. Тебе что-нибудь эти скажут? Ну. Я вообще на корабле с вещами разбираюсь. Ты один там ползаешь. Мы же еще все не собрались, ты уже что-то это куда-то повалил. Ну я просто проверить, а что? Пособирать, что валяется. У всех зависло сохранение. Ну, он сохраняет просто, я думаю. Ты же все равно сохранялся, так что если что, ничего страшного не так я уж тут слышу. Вещи раскидался. Не, ну ты ж вот сохранялся 10 секунд назад. Разве? Нет. Да, было сохранение. Я еще обратил внимание, почему? Потому что оно сохранилось, и я тыкнул на ящик, а он красный был. Но он не успел его полутать, поэтому ничего страшного не случилось. Сейчас, может, надо отсоединиться, не знаю. Может, опять, но из-за... Серый. Этого. А чё он не в войсе-то? Почему он в войсе просто молчит? Нет, нету его войсе. А, он, ну, просто... Писать, наверное, будет только. Может, просто подсоединился, чай пьёт. Я вот тоже кофейку себе налил. Короче, я отсоединился, так что если у вас там что это... Ну это серый, скорее всего. Но он не слышит. Надо написать ему просто. Зависит.
Самое забавное, что я могу мышкой управлять. На этом затемненном фоне могу в меню зайти. Ну, рисоп теперь смотреть. Я по рисопам побегаю. Даже вещи можно заглянуть. Ну закрой игру, да и все, что, да заново запусти. Самый быстрый способ мой. Самый быстрый способ сказать Серому, чтобы он отключился. Я ему написал, он, видишь, он, может, не читает, отошел, может. Не, я вышел. Оценить. Она две локации остались. Всего две локации. Так, все, я на связь. Привет. Здорово. Привет. Привет. А что-то что, тихо тебя слышно сегодня. Что значит тихо? Вот сейчас нормально. А так тихо было. Мне просто вообще... А, вы увидел. Увидел, можно подключаться. Что, Лирик перезагружался, что ли? Ну так ты там подключился и зависло. Все вылетело. А я думаю, что-то у меня загрузка второй раз пошла. Понятно. Ждали, пока ты выйдешь, но ты не выходил, поэтому... А я не видел, я разговаривал по телефону и что-то не смотрел на экран. Думал, сейчас загрузится, а оно что-то не загружается. Разговор. Thank you.
Большая карта. Не влази. Да не, мы играли уже просто. Ну вы хоть сохранились? Да, там все сохранилось. У тебя серый там какой-то посох неопознанный лежал. Какой-то драгоценный камень непонятный. Так, жезл, не посох. А жезл можно любому пользоваться, даже мне. Нет, там интеллект. А у меня интеллект есть. У меня дофига интеллекта. Кстати, может, действительно, может, жезлом пользоваться? Меч-то он что дает? Ну, никаких там особых. Хотя, не, на нем бонусы есть у меня на мече. Ты ближнего боя? Куда тебе? Да не, ну, ты ж можешь и с жезлом бегать. Тут нет, как бы, ну, нет такой, такой жесткой привязки, то есть, каким-то оружием можешь пользоваться. Ты можешь пользоваться любым удобным тебе оружием, вплоть до... Там, я не знаю, даже... Ну, то есть, не, хочешь молотом бей. Долго грузится. Вообще, что, как, загрузился? Ну, в процессе, видимо. Я в игре уже вот играю тут. И Лёха тоже уже, по крайней мере, его персонаж уже серый. Везуха. Серый, а что у тебя только 3 отмычки осталось? Ну, наверное, я не считал. Подожди, вообще, там было много. Я не... Да, конечно. Не трогал. Да не, ну мы же продали его отмычки, поэтому там мало. Там 40 я ему оставлял штук. Знаешь, промахнулся. У него, может, сумки лежат? А, ну может. А сумку открыть, просто посмотреть? Я в сумку не могу уже залезть, я только то, что снаружи лежит, вижу. Ну а может действительно заканчивать, надо накрафтить просто. Может, нет, ты уже воровать. Много, но не настолько, чтобы все потратить. Вот-вот, я тоже. Там их было очень много. А ты не обращал на это внимания, что ты как не ткнешься в сундук в двери, они не открытые. Сейчас вперед иду и открываю. Ну не штук 40 же. Как-то уж многовато. А мы считали объекты. Так, киньте мне кто-нибудь пирамидку. Зачем? А, чтоб телепортироваться сюда, что? Не получится. Пирамидка у Лёхи. А, ну либо Лёха, ты можешь, если... Ты слышишь меня, Лёх? Да, слышу, чё? Кинь мне пирамидку. А то я на корабле пока крафтю. Чтобы около вас оказаться. Кину. Ага. Что-то пирамида назначения не отвечает, что-то блокирует сигнал, что? Потому что, наверное, на корабле находится, а тебе нужно сначала с корабля уйти, а потом телепортироваться. На корабле не я. А чё? Да? А чё это у нас за корабль такой, который блокирует? Молодец, хороший корабль. Тебе пустая граната долетела, ну вроде долетела. А, кстати, у нас 3 пирамидки, вы в курсе? Должно быть. Ой, почему 4 должно быть? Должно быть 4, но мы пока 2 только нашли. Ну чё, я загрузился, правда ведь? Череп и зубик. Угу. Ура, загрузился. Обалдеть. Там гранаты. Дальше. Я тебе еще ногу членистоногого скинул. Че лучше сделать? Морозную гранату или паразитную гранату? Паразитную
Морозные просто еще ни разу не пользовались. Как ну, это? Учитывая редкость этих фиговин, то лучше сделать паразитную гранату. Они дороже и реже. Нет, для них одна и та же банка нужна. О чем речь, что лучше сделать более, ну, эффективную гранату, учитывая, что пустые гранаты, они на дороге не валяются. Просто интересно на все гранатики-то посмотреть, как они фурычат. Надо купить просто, да и все ее. О, я ж уровень взял, не прокачался еще. А зачем мне штаны? Какие-то... А, понял. О чем бишь? А, понял. Все. Так что, убеждения, да, качаю? Так, а ты где это у нас? Главное, что у меня воровство 5. Я теперь могу тут дверь сломать на этой локации вовремя. И бродить за ключом. У меня вот такого не было. Короче, я качнул убеждения все. Че, пойдем? Куда пойдем? Мы идем куда? Спасать силу? Я не знаю, говорите. Симу это надо, типа, либо убивать кого-то, либо что-то. Ну, то есть, кардинально так его спасать, я так понял. Ты ее... То есть, убеждением тут не сканает. Ты ее спаси, узнаешь все. Но я имею в виду, что спасать ее только это, убивая эту. Да мы пока не будем убивать, зачем убивать? Мы сейчас пойдем с этим, поговорим тут с главным этим, чуваком, которого... которому нас Сета отправила. Которую тетку мы спасли-то, эту, сына ее. Она же говорит, пойдите к белому этому магистру, поговорите с ним. А он как раз выдал приказ ее, ну, под стражу взять. То есть мы с ним сейчас поговорим, и он, может быть, убедим его отпустить как-то. А у меня гном под водой ходить может. Смотри. Да-да-да, вижу. Я там проходил как раз. Не-не, вот, смотри. Ты замаскировался, глянь. Его не отличить от днища. Видишь? О, синежальчик. Что, тут можно ходить-то, нет? Кто меня увидит, тому печенька. Так вы по маске пробовали пройти? Там он пропускал вас? Ты понимаешь, что это дополнительный проход, то есть, когда тебя вот там не пропускают на мосту, но нас пропустили уже, по-моему. Я... Почему игра эта начала вот здесь сохраняться? Когда я на мост зашел, она начала сохраняться. Мистера дома нету. Конечно, нету. О, паровой наконечник стрелы. О, давайте ее покрадем. Укради от нее паровой наконечник стрелы. Серый, ты рядом стоишь? Я в воде. Покупаюсь. Да я вижу, выходи давай. Вон, я с ней говорю, укради у нее паровой наконечник стрелы. Где же тебе говорит? Ну? Сейчас а что там, о чем с ней говоришь? А ни о чем, она просто говорит, что там мастера нет. Значит, пойдет на жалобу, скажешь, что у нее наконечник стрелы сломали. Нет. Отходите. У вас ничего ворона там нету в карманах? Там у нее ничего больше брать-то. Золото. Так надо было вон дверь сломать. Все? Все отошли? И залезть туда. Кто-то стоит, я вижу синенькую точку. Ну это я стою. Мне ничего не будет. У меня убеждение на четверочку сейчас уже. Я ее смогу убедить даже из вообще кармана вывернуть и все отдать мне. Мейстер за воротами, она говорит. Понятно. Хочешь секрет расскажу? Ну давай, давай, что там за секретик? Когда ветер дует над водой, слышу месть. Да-да-да, убегай, девочка, убегай. Убегай. Серега, а что ты не взломал тут дверь? А я воровал, я убежал. Серег, кинь этот наконечник, я сразу сделаю. Ты уверен, что с ней все нормально? А да, я отошел.
Давай я поговорю с ней. Она, по-моему, это, что-то под веществами какими-то. Нет, туда нельзя, дяденька. Мейстра дома нету. Скидывай наконечник, серый. Да ладно, не трещи. На тебе еще один. О, новая стрела. А, ты чё? Я не могу, она красная дверь. Вы её отвлеките, пожалуйста. Давай, ну сейчас. Сейчас она подойдёт сюда. Эй, иди сюда, девочка. Ну вот. Ломай. Невозможно сломать. А, ключ, да, нужен? Только место, да. А там, кстати, вы видели внутри-то какая-то, это кипиш какой-то? Ага, отмычку-то я потратил. А ты посмотри, в сумке нету? Как так-то? У тебя же их столько было. Надо накрафтить просто, да и все, что, наворовать. Нету в сумке? Нет. Странно. Ладно, сейчас сделаю тебе еще парочку. Ну ясно, короче, войти нельзя. Так, а в окошко туда можно телепортировать? Ну-ка, дырка есть, пускайте. Ну нет, нельзя. Хотел Серегу закинуть туда внутрь, чтобы он там вот поворовал. Не закинь. Закину, закину. И я великий маг, как бы. Каменную брони не закинешь. Да я уже все равно убежал, как бы. Короче, мейстер находится за мостом. Да мы знаем. Ну что, ходите, болтайте. Нам с кем-то нужно с чуваком поговорить тут. С этого уровня. Да мы уже можем всех нагибать тут вообще без. Вот, сейчас мы тут поговорим. Дайте, с кем мне тут поговорить? Кто тут самый главный? Стражница моста. О, вот он, магистр Блю. Говори со всеми по очереди. О, чё она к тебе бежит? Так вот я и не хочу, чтобы она ко мне бежала. Я вот с этой, со стражницей моста давай поговорю, которой мы ей помогли. Ну, читайте, если хотите. Угу. Так, а чё у неё есть? Чистая книга, навык огня. Ладно. Ты, значит, тролль. Какая-то книжка про тролля. Да, порванное да. Письмо. Старая тарина. А вот же этот, вот главный-то. За столом сидел. Вон, мистер Карвер. Давай поговорим, я и с ним сейчас поговорю. Магистр Карвер. Так, у него есть две гранаты и энциклопедия Хуберда, том 17. И денежки есть. Ох он. Рубить ему или? Давай, извини. Я же как бы, ну, типа дипломата, как бы. Ой, отношение упало. Это не твое. Да я ничего не брал. Это из-за моего ответа у кого-то упало отношение. Нет. Да. У меня. Он это вот ко мне стал хуже, по-моему, относиться. За то, что я извинился. Надо было послать его. Yes, a vile little tinkerer goes by the name of Higba.
Three of my magisters have gone missing of late from right here in Driftwood. All signs are that Higba is responsible. Catching, killing, I don't care. There'll be gold for whoever puts an end to this rat. Надо было спросить, почему так уверен сначала. If you see anything, tell me or my men at once. Otherwise, keep the hell out of... Well, do you know anything? Stop wasting my time, then. Сейчас еще раз поговорим. Ну вот, ты видишь, квест дали. А если мы начали воевать, наверное, он не дал бы уже квест. Здесь не надо воевать. Зачем? Здесь много квестов всяких разных. Так ты же говоришь, что нужно было убить там всех и эту освободить. А это ничего не поменяло в городе. А, да? Так, а чё, ну давай, что с ним будет? Сейчас тут угарнуть с ним, ну давай. Так, опять. Ну давай еще раз поговорим, там что-то еще какие-то опции. А, ну это все уже. Сейчас я ему продам всякую барахлянью ненужную, пока он живой. Ой, нифига себе. Ну, тут дворщиков много. Некроманта нашли? Какого некроманта? Не нужны книги. А, в смысле, который бы здесь торговал книжками некроманскими? Ага. Не, еще никого не нашли, ищи. Леха, найдешь... спустись ко мне из дома, выйди вниз на площадь. Поговори-ка с песиком, по-моему, меня тут пытаются сейчас обмануть. Сохранись. Там вот в центре около статуи с крыльями Клангела на площади. А, сейчас пойду. Вот, прямо, да, приди прямо. Там сейчас будет площадь. Вот я около статуи разговариваю с нищим, который просит меня дать на лечение собачки. Поговори-ка с собачкой, что собачка скажет? Ей очень плохо. You don't smell right. Got a pain in the neck. Шея болит. Got a bad pain болит. In the neck. It flinches. A low, threatening growl builds. Ой, я рассказал, что мы тут напали на караван. Under the collar. Он меня все просит, денег и просит. Надо ему под ошейником, у него шипы. Поэтому больно. Ах, вот оно что. Так, а как его можно тогда это? Я сейчас попробую вывернуть ошейник наизнанку. Да, давай. Чё, он больше не болит шея. О, Экспо дали. Маша, у него не болит шея. Так, сейчас, теперь я с ним поговорю. Нет, все, блин, жалко, я ему дал, сначала дал. Ты поздно сказал, что там это шипы под ошейником, я уже ему дал один крошек на бедную собачку. В носке, деньги в носке. Она убежала. О, забираю. Эй! Ну вот. И чё в носке? Он это... Его защитили.
Гринписа на вас нет, сволочь. My word, but you do look exhausted. I bet you could фи такими быть. Так она может это сейчас из носка у него достанет денежку? Она может припрятана у него где-нибудь денежки? Тогда я полез к носку, и мне тут это жители вокруг сказали, иди в общем нафиг, не трожь. Ну-ка, сохранись-ка. Я буду воровать сейчас. А, постельное белье. Панталоны. Какие-то грязные панталоны я нашел тут. А тут какая-то особая рыбка, тронутая пустотой. А это ж мы насобирали там. О, Леха! А у тебя телекинез же есть? Смотри, тут рыбка наверху. Ты уже ушел? Вот, если альт включишь, то увидишь она наверху. Короче, тут можно много чего поворовать еще интересного. Только аккуратней. Какая-то... А еще я тут в подвал спустился. В пыточную какую-то. А, есть такая. О, а тут этот книги продает. Всякие вообще башущие. Ну, в смысле, книги некромантии продает он там? Нет. На превращение книги. Его надо обворовать. На огонь. На камень, на геомантию. И на воздух. И он при бабле. Ну тут это, в общем, это город. Тут вот зелья продают. Да тут все продают. Зелья, книжки и оружие, товары, и что хочешь. Причем школы у нас все, по-моему, познают. Некромантия. Сибила, кидай мне. О, я тут этого какого-то магистра убалтываю, чтобы он дезертировал. Щит, да. Меня выпнуло. Выпнуло меня из игры. О, щит офигенный, народ. Да, верни мне его. Он тебе подходит? Там телосложение большое нужно. Я его нашел. Где он? Понятно, я тебе отдал, брат. Понятно, что ты его нашел. Сможешь ли ты его носить? Во, я тут это, короче, сейчас случится я какая-то его... фигня. Я убал того чувака свалить из тюрьмы. И тут проверка на интеллект или на телосложение могу использовать. Не, не могу его. Отдай кому-нибудь исполни. Как гном звать-то вообще, а? Кто-нибудь помнит? Все, короче, я уболтал чувака, и он мне ключи от камеры отдал. И он ушел, короче, покинул пост. Я знаю, где камера. Так. Вот, кстати, пустые банки тут вот лежат. Кому щит? Щит мне давай, или Сереге. Чё да, тут, значит? Короче, можно поворовать хорошенько так. Чё там за щит у тебя? Ну, себе можешь оставить, если он там реально какой-то супер-пупер щит. Там телосложение большое нужно. 69-101. А у меня лучше. У меня стена. Он неплохой в смысле, но у него бонусов мало. Так, кто тут уже воруется? О, вон труп какой-то, сейчас я с ним попробую это... сунить тут.
Ядро на цепи. Сломать его будет крайне сложно. Так это... Кто нас кушает? О! Мясо? Доврик Григсби. Какой-то, я нашел труп Доврика Григсби. Я кинул мясо, покушай. Волка. Что там за дневник обновлен? Прятки. А меня вообще слышно, не? Да-да. Ну, сейчас да. Надо же. О, я, по-моему, нашел это детишек, у которых друга это скушали. А это он тот, которого мы нашли, да. Этот? Труп его. Ну что, я говорю им, да? Говори, говори. Подожди, дай почитать там, что они там. А, друг, он пошел купаться. Саша, я кину тебе мясо. Кушать там. Чё там скажет? Ну ты чё детей там вообще в ужас вёл? Ему тепло видит на брюхе акулы. Чё там с акулой? Как ты, не знаю, я знаю. Дядя, тетя, госпожа? Так меня еще не оскорбляли. They skip away. Still children, but now... О, дали награду за это. Прикольно. Ну, квест же закончился. Так. Перчатки. На это требует силу. 5, 29 защиты. Больше ничего нет. Перчатки закрыты. 29, 5. Больше ничего нет. Кинжал. 15-17 урон. Тоже фигня. И лук фигня. Чё-то всё фигня. Ну всё, продавать что-то. Ой, ты чё полез тут? Секач для мяса. Ножницы для овец. А чё тогда брать по принципу, чё дороже стоит, да? Ну да. Чё подороже бери. Чё можно продать? Вообще надо какой-нибудь квестик выбрать и сделать его до конца. А то мы так можем-то в принципе весь день бегать. Пробегите все, возьмите все. Кольцо колдуна истока я нашел. Дает один интеллект и может призывать огненного слизня. Это непростое колечко, кстати. Вы не продавайте. Конечно. Я буду повелевать сейчас огненными слизнями, конечно, никому не отдам. Розыск колдунов истока. А, Райкер — это пособник белых одиноких волков. Это, кстати, по твоей части. Лирик. Ну так кого-то там нашел. Альмира, человек, член Черного круга. Тут еще вы где ходите-то в основном? Я в тюрьме тут. А то есть вы наружу-то не стали? Ох ты, что-то обновился дневник. Это я, по-моему, нашел кого-то. Я нашел магистра Реймонда. Он на берегу около корабля стоит. Вот, Реймонд нам и нужен. Он может эту, по-моему, освободить. Это белый этот.
магистр, короче, белый. И тут главный. Ну что, давайте в этот, в город то этот. Подожди, там болтаешь уже, нет? Леха, кинь лирику эту. Пирамиду. Я уже кинул. Кинул уже. Да я нет, я не с ним говорю. Я просто тут. А я с ним поговорю как раз. Давайте соберемся там, да, начнем что-нибудь серьезные какие-то дела мутить. Что-то они странную штуку тут делают. Так, а почему вторая пирамидка у кого? Все в яде-то. Серега, а ты мне кинь пирамидку. Да там я тебе телепортируюсь туда. Я тебе и... Да я хочу ж к тебе телепортироваться. Да. Ну я хочу в порт. В порту мы поговорим с Реймондом там и обсудим все эти дела там. Я тебе отдал уже. Пирамидка. Ай. Кому пирамиду отдать? Лирику кинь пирамиду свою. Да пусть я забираю. Вот. Вон, видишь, он красным горит. Ну да, написано. Магистр-командор. Сейчас мы с ним перетрем, как бы, и это. Да что у тебя за кости такие погрызенные, интересные? Олег. Вот я не знаю. У нас тоже этот вопрос. Ты сохранись. Сохранись, сейчас я буду с магистром-командором говорить. Нет, я не помню, откуда они у меня, эти кости. По-моему, я их на это нашел. На кладбище? Да. И они какие-то подозрительные. Я разговариваю с магистром уже. О, это господин ужас, какая-то новый кораблик у них. Будем драться с ней. Oh, but yours is not a stink like the one that surrounds us, spat from a dying sea. Yours is a scent that invites a question. Tell me, have you ever been strung up by the hands? Your body swinging like a bell's clapper as your bones are being broken. А ты, Лёха, ещё, кстати, со всеми животными поговорил? Тут куча всяких коровок. Так. О, можно сказать, что вещи похуже вытворяли, либо про Мари сказать. Чё будем ему говорить? Кто там присоединился? Все тут? О, но ты слав too, Lizardling. A slave to soul. He licks his lips. Dry. See, I'd like to string you up too, rack you with rods, and leave you dangling over a puddle of your own blood and piss. Oh no, 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 that won't do at all. I'm very good at what I do, see. There was a whiff of something in the air when you approached, a current of filth, that is to say, best convince me I was mistaken. Что, у тебя сила больше всего? Ну да. Сейчас почитаю просто, что можно ответить. О, можно закосить, что ты хочешь магистром стать. Либо на Далис все спихнуть. О, во, я под исток Борсона. Буду косить. He leans in closer and sniffs the air. Interesting. So I was mistaken. Must have been ambition I smelled on you, not the mad. Very well. In that case, we'll forego the gallows and turn. Seems peaceful here, doesn't it? A quiet day in a quiet town. One wouldn't think these drifting woods top, but they do. С гномами. Сородичи серого сейчас будем бить. Может, с Сереги начнем сразу? Сдадим сейчас его. Надо к Плохару идти. Пошли к Плохару. Consider for a moment the dwarf.
What is he? A mule? A beast? Он, видишь, песни гром. Кто он? Мул? Тягловый скот. There are rats among them, dancing to their rat queen's tune. Of course. I must depart post haste, but Julian here will stay behind and be a good little parrot. Ask and Julian. Answer. Stay behind? But I've my orders. Same as you. Dallas. Ух ты, что это такое? Не понял. Это ему магистр все. Да. Чтоб он не перечил. Like I said, видимо. Julian is staying. Суровый дядька Ишка. And with that I must be off. No hard feelings about the death threats, of course. А, how about we part shaking hands instead of stringing them up? Да это чё? How very hot. Мы, кстати, Реймондом ещё встретимся. The magisters here are diligent men and women. A stranger like you may... Should this happen, just wave this piece of paper. О, бумагу дали. Сейчас пойдем, мы эту освободим. Через мост. Через мост, скорее всего, типа это пройти еще можно. Не, мы еще, может, и ящерицу освободим, скажем, у нас вот этот документик есть. А ты посмотри, что там написано там в этом документике. Сейчас. Сейчас я вот этого чувака еще поговорю с ним. А Джулианам надо еще это, ну. Ой, а уехала лодка. Куда? Ну, он же сказал, что залез? Ему... О, звездная травка у него есть. Можешь украсть у него, нет? Давай. Так это Серега должен воровать, а да он я делает. Тут тоже. Там наверняка нужна эту. Единички хватит. Да нет, ну ты попробуй присядь. Ты увидишь сразу, сколько надо. Тройка, да. Серьезно. И звездная просто можно сделать эту какую-то звездную пыль из этой фигни. Пикси, да, да. Серега, ну чё, где ты? Ты кинь ему эту. Давай я ему кину эту. Чё кинуть-то? Пирамидка у меня одна. Я кину вторую. Ему. Чё, иди к нам. Не добегу до вас, что ли? Все, я тебя кинул. Че, зачем бегать? Применяй, будь здесь уже. Ну. Иди воруй у него. Сейчас я его поверну, вот, подожди, вот сюда. Че воровать, как? Ну там у него нечего воровать. Травку. А меня кто-то видит. А там он видит другой, вон, видишь, желтенький еще один. Генделео. Он тут тебя, наверное, видит. А что говорить? Что воровать? Трав, ну ты есть... увидишь, что там вот, у него воровать особо нечего там. У него ключ. Деньги. О, ключ есть. Во. А ключ ворованный? Нет. Сейчас. Какой-то ключ от какой-то двери. Не, ну он-то станет ворованным. Ну, ладно. А эту ты звездную пыль сразу в сундук отправь, наверное, на этот на корабль. Не, мне можешь, всё. Мне можешь отдать. А ты ее сразу переработаешь? Да, конечно. Так это, сейчас отдать, ты ворованная же. Звездную травку мне не отдали. Она краденая, ты готов? Так я ее сразу ее это, да, я ее сразу распылю. Забирай. А ключ тоже краденый, старый ключ. Чё, он там не спохватился? О, а чё, ему наврать про караван или сказать правду? Да говори правду, чё мучиться. О, можно сказать, что гном мародёры ограбили. Тут один, кстати, и крутился, тут что-то ключи воровал. Давай. А, я скажу, что там было полно трупов магистров, колдунов и столько и гномов. О, я тут еще детишек нашел. Квест на них. Ну, детки, а.
Нам Лакхара нужно найти. А Александр, Александр, это кто, что-то я вспомнить не могу. Это не Трому побили уже. На острове, да, ведь он еще был? Да. Ну в конце мы его побили на острове. Ты че, это? Самое главное у них там в этом. В ордене. Сын Люциана, правда, не родной. Proof that Lohar is working in behalf of Queen Justinia, you will be handsomely rewarded. Тут на детишек много всяких квестов, видимо. Лишь бы они не воровали по карманам, мелочь не тырили. Так, а зачем нам дали-то? Да вот я закрыл квест на детишек тут еще. Не тут в игру играли. В игру играли, я их рассудил, кто про. Играли в убийство Александера. А мальчик не хотел умирать, он играл в Александера. Ему говорят, лежи, не двигайся. Блин, у меня как раз сворачивается что-то постоянно. О, у этого тут Гэндэлэу, столько бабок, как бы много у него. Можно продавать сейчас. Так. Так, подождите, а почему я воняю? А, вот как это работает. Вы не хотите зайти-то в таверну? Хотим. Мне кажется, надо квесты начать делать. Какой-нибудь квест, в частности. Ключ краден, старый ключ осталось найти. О, а ты что, ключ мне кинул? Серега. Нет. А то у меня краденый ключ вон в инвентаре. А мне этот чувак обыскивал и говорит, я ничего, говорит, тебя не нашел противозаконного. А этот ключ я им в тюрьме открывал эти. Я его, короче, выкину, наверное, да, ключик? Вот здесь в бочку положу его. Так, подорожная, давай прочитаем. А, ну да, это пропуск. Это пропуск, поэтому он нам все равно не разрешит. Не, ну я попробую сбегаю, давай. Бегаем, посмотрим. О, игра, видишь, опять сохранилась. О, они мне тоже про вонь говорят. Это пахнет этим же от нас, как его? Истоком же пахнет. Нет, тут все что-то отравленное. Да. Рыбой. А, рыбой? Ты вот если зайдешь в это... О, нифига себе тут рыба-то. А, зловоние. Акула. Да, я вот зашел в таверну. Ну что, давайте на эту освободим. Пойдемте освободим ее. Я к палачу уже пришел, говорю, чтобы она освобождала эту. Мейстру Сиву. Идите, будем драться. Вот у ней морозная граната, кстати, есть, которую ты хотел посмотреть.
Ну, сейчас наносит 26-30 единиц урона водой в радиусе 2 метра и может заморозить все вокруг. Ну, это, короче, типа этой, как стрела, только можно просто кидать ее. О, тут можно уболтать. А, мы все тут, я думаю, вы уже дошли. О, можно сказать, что я Александра убил. А тут и тут вот можно предъявить документ, которым вам выписал магистр Реймонд. Вы имеете право ее освободить. Ну смотри. Только я бы не говорил про убийство, потому что тут как-то неоднозначно к этому относится. Ну давай на телосложение могу, я думаю, ее болтать. У меня телосложение тоже есть. Попрошайка, знаете, что сейчас говорит? Дайте попрошайке, у которого сбежала собака. Так, это ты там, да? Все, договорился? Это еще экспонали. О, она еле ходит, инвалидка. Короче, пойдем в дом, надо с ней поговорить. И там будем думать дальше. В дом куда? Ну там, где девочка на это. Под метамфетамином, которая бегает тут постоянно. Может, можно будет воровать тут все. А, у них, кстати, тут можно все воровать. Вообще без проблем. This place has seen better days. Давайте быстренько воруем тут все. Жилет колдовства. О, плита для готовки. Ее все равно хотели повесить, так что... Ей тут уже вещички особо не нужны. Открытое достижение, Нестер. А мне не дали никакого достижения. Тут у нее типа обыск провели. Мощный такой обыск. И вывернули ей руку, она еще только что вставила. Давай почитаем. At least the barbarians were unable to club their way into my vault, so everything you need should be safe. О, в подвал. Apparently I had a claw in murdering their darling divine in waiting Alexander. А, видишь, правильно сказал, что ты не сказал, что это ты убил. Не, они, может, напугались бы, убежали все равно. The Meister wrenches the bandage, pulling the fabric tight against her wound. She winces before tying it off in a neat... Never mind that. That I was here the entire time. Apparently my cunning transcends time, space and common sense. Угу.
Давай, скажи, что это мы его хлопнули. Her eyes locked on you, her claws mid-swipe. Why on earth should I have not that I was sorry to hear about his death? I doubt my grin helped matters during the interrogation. Благодарю. It is not enough to be God-woken in order to ascend to divinity. There is a process. As she speaks, the Meister uncorks a vial of shimmering liquid, source. She lets a couple of drops fall on her. She stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning back to you, continuing as if... А, смотри, от нее исток это. То есть испаряется, она его не может использовать, поэтому... Ее очистили же. Delving into your own soul. Ну давай, тебе вот тогда что делать? Quite. Чё, продолжаем? Или пока... Ну спроси, что дальше. Чё? We shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have become God-woken. It is time. Must I explain how buttons work? Walk to the corner and press it, Godwoken. Так, я с ней поговорю. Вон, кнопку я нашел. Ты что сделал? О, у нее этот легендарный пояс тут есть. Скрытность, инициатива, уклонение. Че, берем у нее? Покупаем? Или она так нам отдаст? А сколько стоит? 1200. А сколько, а что требует? Уровень 10. Ну, в смысле, все уже кончилось. Че, пошлите вниз-то, нет? А что там случилось-то? Я пропустился. Да ничего, просто поговорили. Не, кнопку когда нажали. Открылась под кроватью тоннель. А кровать отодвинулась. Ну. И серый упал. Кровати. А, ты упал с кровати? Да, он лежал на ней. Он специально лег, наверное, чтобы упасть. Я думал, он откроется. Знал, что она отодвинется, и я думаю, но сейчас прокачусь. Вот тут, кому исток. Ой, нифига тут. О, тут винная бочка есть. Да, я хочу вина набрать. О, сундук энергии. Сфера истока. Какие-то древние, действительно. Красивенько, но. И каждый заходит это. О, я гранат тут нашел. О, какой-то омерзительный кувшин. С него можно что-нибудь закрафтить? Лирик, так что, с омерзительного кувшина можно что-нибудь закрафтить? А, он ничего не стоит. Ладно. О, зелье невидимости. Серег, так что, тебе пояс нужен? Нет? Давай, я ж не знаю какой. Ну вот у нее в продаже есть, можешь посмотреть. Просто, ну, он только если и брать, то только для тебя, потому что... Пояс я думаю, у меня воровство дает. Не, ну воровство-то понятно. Для боя, допустим, воровство тебе никаких бонусов не даст. То есть ты... Воровство тебе нужно надевать, когда ты воруешь, а потом, когда не нужно, ну снял его, да и все. Продажи у нее, посмотри, он как бы боевой именно пояс там у нее. Пояс хороший, но дорогой. Да не, ну 1200 уже нормальная как бы цена. Не, нормальный пояс.
Мне бы пошел вполне. Скрытность, инициатива, и уклонение. Все нормально. Че, возьмем, че? Одеваться-то надо всем, как бы, че. Так, записки о вознесении пробужденного. А то у нас слабое звено, как бы. Положите один чернокорень в ритуальную чашу, пустите кровь обсидиановым ланцетом, удобнее всего свою собственную, и брызните ей на корень. Подожгите чашу ее содержимое, убедитесь, что у вас достаточно истока. Вдохните получившийся дым. О том, что происходит после этого шага, ничего не известно. Ингредиенты для ритуала не то чтобы особо редкие, но их бывает сложно добыть. Короче, нам чернокорень нужен. Кто? Что нам нужно? Чернокорень. Ну, по квесту нам, чтобы пробудиться, нам нужен этот. А, понял. Чернокорень понадобится по-любому. Так, что, болтаешь, да, с ней? Корень есть у меня? Дочитаю. А я уже прочитал. Ingredients in the cup. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her. Quite. Mind you, being torn asunder by. The Meister points sharply to the ingredients cupboard. And do not lose anything. These ingredients. Так. Так, вот нам нужно чернокорень. Поискать. Так, она, может, умрет, и мы с нее свечи-то с мертвого тела соберем. Так, будем чё? Торопиться. Все, теперь надо скрафтить, правильно я понимаю? Я так понимаю, что нужно, ну, ритуал выполнить. Мы раздобыли все ингредиенты, теперь можно проводить ритуал. Нужно пустить себе кровь обсидиановым ланцетом и смешать ее с кореньями в ритуальной чаше. Затем эту смесь следует зажечь и вдохнуть выделившийся дым. В подвале есть топка, в которой можно развести огонь. Так, огонь. А вон там есть топка, видишь? Какая-то странная. А, сюда надо чашу положить. Так, вот, ритуальную чашу берем. Обсидиановый ланцет. Чернокорень. И все? Или еще что-то? А, кровь. А как мне кровь пустить? Ну, просто использовать, наверное. Использовать обсидиановый этот. Тебе нужно именно обсидиановым ножиком тыкнуть. Я его и это... применить. Так. Теперь чашу. Так. Леха, давай я тебя долбану так. Этим демоническим взглядом. Так, и что мне ее теперь надо поставить, получается, сюда? И... И вон на чашу ставь. Вон, галлюциногенное облако, давай я использую его. Я, моя кровь. О, давай это... Чё тут? Офигенно. Каждый будет свой. Каждый свой, да? Угу. Ну тут наркомания вообще творится. Это, кстати, то же самое место, я не могу понять. Локация одна и та же, скорее всего, да? Да. Чертоги эхо. О, я себя увидел. Все увидели. О, тоже, Фаина вижу. Bathed in the half-light of this eerie, starless landscape, you spot a figure you could only it looks. Да, только он одетый как-то. Its voice merely a feeble echo of your own. Новый навык. Thane, my child, come, come. Новый. The apparition. Time to open, speak the spell, and see. Почаще используйте это заклинание, чтобы находить духов. Окей. God is the strange mirror image of yourself.
You know me now, так, don't что, все, you? Можно выходить, нет? Как это работает? Спиритизм. А, вот, на корабле можно, кстати, спиритизм использовать и найти это духа, короче, Each one grew. Do not weep for their fate, innocent child. Lest our journey will be fraught. Laughter. You flat. We are. They may be. Once you have returned to. Alas, I am. You had for source. Your vision speaks. Блин, а как можно, чтобы эти не заполнялась эта панель быстрого доступа автоматически? Her eyes are tired and bruised, but determined. У вас тоже изобрели исток, ваши боги, да? Still alive? She leans in. Tell me, what did you see? What you know? Вам тоже про озеро говорят? Всем, всем. The Meister's eyes flash with... You are not a pile of... That is... indeed not. The river of... So we must... Sorcerers that allowed their power... Were the circumstances any different? However, it is... The Meister double... No matter what... Вы должны либо мне уступить, либо все погибнуть. And you do not see... Sorcerers... Your focus... Your own... My, my... You may need to... As she speaks... I wish there was more I could... Не решать вашу судьбу. Best of luck. She leans in, her bloody tongue flickering hungrily about your face. The spirit of an elegant elven. I am the Meister. Короче, у меня исток очко забрал. Сказал, чтобы я вас всех убил. Да он тебя вообще кровожадный. Эльф называется. Он самый кровожадный среди богов. А ваши что, не сказали, что это вы особенные? Сказали, но они не говорили так, как этот Терцерерон, как он там. Не забудьте исток взять. Что ты говоришь? Исток взять. Еще бы, конечно. Та-ра-та-ра. Мастер истока.
Что дальше? А что это за это вы применили это заклинание тут? Правильно понимаю? Я ничего не применял еще. Я когда вошел, со мной эта ящерица разговаривает. Она с тобой разговаривала? Нет, тут я вижу дух это послушника. Mm-hmm. А, ты это... Нет, это она с тобой. Ты когда выйдешь из диалога, увидишь, что рядом с тобой дух стоит. Mm-hmm. Это ты серый его вызвал, да? Нет, вы же все вернулись со зрением. А я думал, что его нужно применять, и типа тогда ты увидишь. Ну, ты видимо, оно еще действует. Видишь, оно 10 ходов действует. Спиритизм. Много чего будете видеть. К виселице сходить. Хотя я потом все равно придется. Так, оно требует, да, оно требует исток, правильно? Ну. Нет, не требует да. Оно истока. А, не требует, нет, оно нет. Оно особое. Так что, по идее, можно ходить и зыркать трупики. А, кстати, а если это... Кто это подойти? Кокули, который съел мальчика, там, наверное, дух его был. Ты что-то некоторым нравится, что этот Александр помер, некоторым не очень. Let it be known henceforth in the absence as were let fly the divine Dallas, the hammer. Короче, тупая, короче, эльфийка, она умерла тут. Она думала, что я особенная, но я не особенная. Так, ну чё, я покупаю, короче, пояс у неё, потому что она не хочет помирать, как я понял. Так, давай. Тут плащ призывателя у нее есть, кстати. Требуется интеллект 12. Так кто хочет повелевать огненным слизнем? Так, а с деревянной фигурки что можно делать? Крафтить можно что-нибудь с нее? Ах ты собака! Блин, гномиха меня тут обманула. Держи собаку. А ну-ка вернись. Стоять, гномиха. Остановись, собака. Ух ты, блин. Она смылась, походу, да? Собака, она убежала. Хорошо, что я все деньги отдал. Чё, она что, своровала деньги? Она меня попыталась обокрасть. Гномиха это около выхода из этого дома стояла в кустах там. Типа ревела. Говорит, я, говорит, кошель потеряла.
с 250 золотыми. Я ей по доброте душевной говорю, давай помогу. Она там что-то по ушам не ехала, ехала, а потом я это, типа, Сибилла ловит ее руку у себя в кошельке. Серега, я тебе отдал. Ну, замечательно. О, поезд кто-то отдал новый тебе. Рецептик сделал. Так, чё, где все? Лёху вижу. Серого вижу. А, ты внизу ещё, Миш? Ну да, я тут покупал, во-первых, эти поезд, во-вторых, я тут читаю эти сейчас книжки все. Если найдете свиток некромантии какой-нибудь свеженький, то можно книжку закрафтить. Некроманскую. Кстати, свиток этих колдунов истока у нас как бы этот где-то должен быть еще. Кого нам нужно найти? Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. The monster's back! The monster's back! Так. Подожди, так вот эта вот фигня, как бы в виде духов, она как работает? А, тут этот? Подсказка выскакивает. Ты его используешь, и несколько ходов ты видишь духов. А, он эту не требует, да? Как ее? Не-не. Так, ну сейчас что, ждем серва и пойдем дальше так через что, мост. Так что, ну нужно решить, что какой квест сделать, да сегодня выполнить, да закончить, наверное, на этом. Так, а у нас что по квестам? Что делаете? Так вот, совещаемся. О, я нашел духа этой акулы, с ней можно поговорить. Акулы духа? Да. Квафару пошли. Что, будете с духом акулы разговаривать? Киньте мне эту пирамидку, да, Лёха, телепортируйся сюда. Давай мне пирамидку. Одну пирамидку мне, одну Лёхе. Я тебе отдал. Обе? Одну. Одна у Серёги. Серёга, кинь Лёхе портируйся, пирамиду. Портируйся сам, Серый. Я уже да не, ну тут может и так почитать. Так ты не можешь разговаривать, то есть Лёха только может разговаривать. Лёха, я тебе кинул пирамиду, телепортируйся. Ну-ка, ну-ка, чё тут? Ну-ка, про мальчика спроси. By a monster in the deep. I see. I was his monster in the deep. We all have. Free now. Логично.
Че, все что ли? А еще можно что-нибудь? О, дали этот. Достижение животные инстинкты. А почему мне не дали? Так, потому что не разговаривал. Ой, так, подожди. Походи. Я еще пока... А, я уже на остров переместился. Надо ему кинуть пирамидку. Одну киньте ему пирамидку. Ну, кинь ему пирамидку. Пусть он с этой поговорит, с акулой-то. Я кину. Но там алтарь рядом. На! Я уже около серого, а серый уже в городе. Да ёбарасете. Да кинь ты пирамидку. Я кину. Так она у тебя, серый, пирамидка-то. Я на тебя и телепортнулся. Ну, и кому серый, кинь мне пирамидку свою. Да что-то она не берется. Ну-ка. Менюшка на ней не вызывается, что-то. Правой кнопкой кликни. Вот правой кнопкой не вызывается. О, кому кидать-то? Ну мне кинь быстренько, да и все. Да надо четвертую найти и больше не кинуть. Лирик, прыгай. Нам не четвертую надо найти, хотя бы третью. А у нас три, по-моему. У нас две. Ну, синяя всё. И красная. Теперь тоже мне дали. Так, и чё? Куда теперь? Давайте кого-нибудь побьём. Так, ну давайте квест выберем, да сделаем его. Человек и его пёс. Нам удалось исцелить собаку. В знак благодарности она поведала о кошеле с золотом, который хозяин припрятал в носке. Так квест-то не выполнен? Где этот чувак? Он нищий просит, бездельник. Он на Красной площади, да? Давай, вот я подошел к нему. Заметь выпуклую синю на лодыжке под носком. Взять монетку, случайно уронить ее к его ногам. Нагнуться за ней неловко, наступить ему на пальцы, пока он отвлекся, ловко вытащить из носка кошель. А, это Леха. О, это должен Серега сделать. Серега, свори у него кошель. Ты что, у нас вор? Да как я тут сорую? Ну как, ну... Поговори с ним, ё-моё. Там опция диалога будет. Там, скорее всего, проверка на ловкость какая-нибудь идёт. Ну-ка, вот три там выбери. А, это Лёха с ним говорит? Да, сказать ему, что... Серёг, ну что ты? Чё, не можешь с ним поговорить, что ли? Да нет у меня никакой строки там в диалоге. Вот и все. А почему у меня есть? Вот. У тебя же только ошейник, тут и разговаривает. А, подожди, так мы ж... А, у тебя все... А, так разговаривай, Лёх. Не, у меня была такая опция, но я провалил эту попытку. Чё выбыл? Тут нужна ловкость, видимо, проверка на ловкость идет и еще какая-нибудь. Ну выбирай один, чё. Он тебя просто сейчас это, видишь, отдергивает ногу. И плюс отношения портятся вот тут вот это. Тетка, блин, все это. Потом... Да. Эй, давайте сохранюсь туда. Да не будет никакой драки, чё. Я могу телепортнуть его, и мы его можем побить тут где-нибудь. В укромном месте. Отобрать у него денежки. Давайте. Сохранился, ну, давай. Да? Ну давай, сейчас я его закину. Вот да. За палатку куда-нибудь вот сюда. Да нет, вот давай его на это. На пирс куда-нибудь. Во, вот тут вот. За камень. Вон собака бегает. Давай вон собака может сейчас помочь. Где? Укусит его. Вот он. А где собака? А, вон поговори собака, с ней. Молли. Она может сейчас сама утащит у него, там, укусит вот. Его или еще что-нибудь. Че песик скажет про него? Hackles raised. The dog barks at the sand built up beneath the building. Давай один. О, спросить, на что она лает. Спроси. There's something not right, and that's wrong. It's under the house thing there, and it's bad. I can smell it. О, вот, давай. Двойку нажимай. Careful now. What's under there smells... Там что-то есть.
Где-то. А где? Вот под я домом, вот говорит. В этой, в таверне, я вот в нее заходил. Там и правда это сразу же какая-то хрень возникает. Тут проход по дикость где-то вниз есть. А ты не видишь никакого прохода секретного? Я уже столько рыбы набрал тут. А я всю эту, всю отравленную рыбу я Лёхе отдаю. Чтоб он вонял это? Не, ну она отравленная же. Хорошо, что у нас есть нежить в команде. А, улей пустой, кстати. А в него же это, набираешь меда. Ну, я думал, он бесконечный. А, так я же хотел телепортнуть его. Давай. Это. Сейчас телепортнем его. Сохранись. Ой. У меня отключилась ошибка сервера. А, мне тоже. Да, да, надо было сохраняться. Че, вылетел, что ли? Вылетел. Он что-то отовсюду вылетел, по-моему. Молчит он. Да, молчит. А, так это лирик вылетел? Ну. Эх, опять что-то. Не, ну мы-то сохранялись только что. Просто, ну. Пару минут назад. Заговорит такой. Услышим. Ой, написал в WhatsApp, вылетел. Сапик. Ну так что, в подвал пойдем? Серега, а ты этот квест сделал с нищим, с этим? Да, это я не помню точно. Он ошибаться. У меня убеждение плохое было потом. А там нет такого, ну, момента для убеждения. Это сделал. Там какая-то другая проверка идет. У него носок нужно забрать, ты собрать монетки. Забрал. О, расшифрованное начало таинственного манускрипта Войнича. Я вернулся. Угу. У меня почему-то после перезагрузки пишет обновление Стима. Может, так и было. А он разве так поступает? Типа, ему не понравилось, он все нафиг выкинул? Ну вот мы убедимся.
Ну что ты там загружаешься? Угу. Что-то, по-моему, вторая часть какая-то это более требовательно, что ли? Да не, ну что, ошибки бывают. Та игра разве не вылетала у нас? Тоже, по-моему, вылетала периодически. Даже посреди боя, по-моему. Поэтому мы сохранялись там чаще. Вспомню, нам раза три, по-моему, приходилось переигрывать какие-то длинные бои, потому что игра вылетала. Там, по-моему, было что-то с интернет-соединением у нас. Не, там такого не было. Это в Торчлайте было. Так, ну все, вы должны увидеть вписк. Ну что, в таверну пойдем вниз? Там наверняка драться придется с кем-нибудь. Скорее всего, с одним из этих, из исчадий. Сейчас сразу ничего, попробую телепортнуть. Не-не-не, надо сначала, чтобы это... Лёха поговорил. А можешь его усыпить? Как-нибудь. Ты, Лёха, тут сразу около пса появишься. А чё, ну, а пёс он просто рассказывает, как бы ничего страшного. Ну так это он сразу же задание даст. Ну-ка, поговорите с ним. Хе-хе, что ты делаешь? Конец диалога. О, а тут какая-то... Нищий без денег. Чё там, нищий бездельник? Чтобы нашел себе работу. Ну кто будет у него воровать там? Лёха, иди воруй у него. Пока он тут где-то в ТЭЦ. Подойди к ним. Лёха. Я не заглядел. Иди, Лёха. А, ну-ка, так попробуй у него украть кошелек. Серёга, ну-ка попробуй у него так украсть. Не попробую я, там все площадь просматривается. Да вот он стоит сзади тебя сейчас. Ты чё? Так я что думаешь, я что-нибудь загрузился, кстати? Ну, я-то откуда знаю, загрузился или нет. Пса пока отвлекаем, если что. А если что, то что? На песок под строением собака лает. Как туда пройти? Кстати, даже без этого, без умения разговора с собаками, тут есть подсказка. А что злого не дает? Наверное, нападать не будут в бою. Не знаю, но все местные жители сразу же это говорят, чем это так несет. Ну что, Серег, подключился? Нет, еще. Thank you.
все готово. Ну и не. Ты, Леха, можешь пока он сам поговорить, чтобы отметить нам это задание. А там разве появится задание? Ну, в смысле это, что подсказка, типа, что там нас кто-то ждет. Мало ли, пригодится. Леха, с псом поговори, ё-моё. А, повтори просто разговор. И я сохранюсь сразу. Он тут, он в ковале. Хаклз raised. The dog barks at the sand built up beneath the building. Телега на железных колесах какая-то, с протектором. Вы вон обыщите рыбу всю вон, с этих подоставайте, с бочек. Да, я а, уже обыскал? А, тоже обыскал. А ты зря нажал сохраниться, пока Серега не подсоединился. Блин. Я думал, он уже подключился, просто отошел. Лёха! Да. Ой, не Лёха, Серый! Серый! А все, вроде, нормально вроде. О, ура! У меня... Так, я подсоединился. А, подожди, у этого красть? Ничего... А как он тут оказался? Ну, пришел, говорит, ограбьте меня. Ладно, я думаю, чего вы такие все спокойные? Иду, иду. Чего у него красть надо? Монетку. Ну, что, у него можешь есть еще, посмотри. Кошелек можешь есть. Золото у него, больше ничего нету. Все. 24 монеты. Ну-ка, поболтайте сейчас с ним. Серега, ой, Леха, поговори с ним вот здесь, вот в этом районе. Сейчас я вот брошу его, и ты с ним поговори. Леха, да. Слышишь? Иду, да. Хватай. Да. Эй, эй, эй. Ты не Ладно. Давай, я отпускаю, ты говори. Короче, он это, то ли пс, это не тот пес, может быть, кстати. Не это тот. Тот-то пес. Не, пес не тот. Тот пес еще нам попадется. Ой. А, ну вот и все, значит, тогда и задание, видимо, сделается. Греб. Так, где ну что, где тут тайный вход? Так вот я пытаюсь найти, я уже все. А вы что ищете, если обошел. Секрет? Проход под вот эту вот дом под таверну. Кому? К монстру какому-то, видимо. Какому монстру? Вы кому? Так, давай еще раз. Что за задача? Собака сказала, что под домом сильно воняет какой-то нехорошей тварью. Ну, взломкой пахнет, говорит. Да, по-моему, тут не было такого. А, так это еще... В общем, это не здесь, это в другом доме. Да, точно. Собака сказала здесь. Ну. Вот здесь? Ну, найдите хоть один подвал, я вот не помню. Так вот мы этим и занимаемся. О, я нашел спуск в воду какой-то. Да? Спусков. Это же рыба, рыбу не встречал. А, нашел, вот. Ой, я в прошлый раз сюда не попадал, надо же. О, ты нашел ход? Да вот, вот он, люк. Хранить я зайду. Не надо, подожди, я заболел. Подожди. Дайте найду. Чё? Где ты его нашел, во-первых? Я что-то бродил. Не... А, во! Чё ты боку ударил? Сейчас бегу. Надо сохраняемся. Же. А чё же я пропустил этот квест? Так, кого отвлекать, говори. Да блин, Пресли какой-то. Какой такой Пресли? Что за тварь такая? Тут еще пес Ламба ходит. С ним Пресли поговорить, кстати, надо. Найдите мне этого товарища. Кто этот Пресли?
Так, я вижу Греба. А, это собаку надо отвлечь, потому что это она светит. Лёха, поговори с псом заодно. Не, это уже другой она, пес. Надо, чтобы она убежала подальше. Пес, не так, ну зачем? Ты еще тут? Ура! Штука под полом тебя не сожрала. Можешь не сменить трав. Поговорите с ним, а? Так, все, отвлекаю. Нет, так. Не отвлекаете. Окей. Она видит. Я... Во, вот так. Пробуй теперь. Да что ты, блин. Я вон спалил другой кресле. Палит. А, блин, ты же с ним разговаривал же. Как вы тут вообще как бы... Так, а теперь этот, он на Фейна еще, потому что Фейн ворует что-то там. Магистр Рид. Во, убрали, все. Все, все, все. Я там. Я внутри. А, подожди. То есть нам-то нельзя так получается? Так мы пирамидкой можем переместиться. Она да, у кого? Я внутри. Ух ты, надо же, а я не пропустил это в игре, обалдеть. Так, я отдаю пирамидку ему. Вот лопуха. Портируйте все, давайте нам потихонечку. Пока. Миш, я тебе отдал пирамидку. А, я лопуша. Или нет, или я прошел. Не помню. Целую локацию, блин. Дай мне пирамидку. А там, может, другой ход есть. Подвал. Я поймал момент и... Так, я что-то поговорил, какие-то обнаружил фиговины. Ну и будете пирамиды кидать, нет? Сейчас я телепортнусь и кину. Либо, да, телепортнись, либо момент поймай. Я момент поймал. Вот, мне травы какие-то дали, можно курнуть и это. Там рецепт какой-то. И становишься бдительнее. Лёха, я тебе кинул пирамиду. Тут ключ, короче, какой-то от рыболовного склада. Там исток, по-моему. Ты сохранился? А чё вы тут этот не взломали, сундук? Прям на входе. Какая-то бочка запекла. Вот. Потому что вход не там. Вход там, где я нахожусь. Ага. Точно, я же телепортировался. Вон. Лёха, у тебя теперь не столько отравленной рыбы теперь у тебя. Ой-ой-ой-ой. Чё, напали? Ой. Ловушки сработали, еле увернулся. А вот, тут бочонок видел. Запечатанный. Ёлки-палки. Сейчас это нападут, приготовьтесь. Или оставить в покое его. Бочонок. Смотрите, ну, вот я знаю, разговариваю. Может быть. Или обычным. Давайте сначала. Соберем все, но. Давай, вот тут вот бочонок, его пока не трогайте. Тут, кстати, бочку вот эту, давай по центру поставим. А как отключить-то? Где ты включил? Каким образом? Че отключить? Вот, помеченная бочка. Сохранились? Нет, и оставь пока ее в покое. Того, я бочки не трогаю. Ага. Давайте все обыщем, потом это, ну, взорвем тут. Ну, в смысле, тут исчадия ада, наверное, эти, вернее, пустоты вылезут. Когда мы бочку распечатаем. Обалдеть. Что-то меня тут так зажали здорово. Ну, кстати, даже единичка удачи, она, ну, нормально срабатывает частенько.
Так что можете себе по единичке удачи прокачать. Будет лута больше. Так. Ой, что там взрывается такое? Кто-то ловушку активировал. Может, мы туда замоним этих, этих врагов, и они умрут там? Я картин нашел, 9 штук. У тебя перегруза нету еще? Конечно, есть. Так, а этот кто? Ну что, открывать помеченную бочку? Подожди, подожди. Давайте все пособираем, пока тут еще куча не лутана. Я 34 апельсина нашел. А я эпические сапоги. Что за сапоги, хорошие? На интеллект. Башмаки Акалита. Сереге или мне пойдут, и этому пойдут. О, мне пойдут. Ты кому кинул? Тебе, Лёх. Спасибо. Буду носить. Ой, отключите там ловушки, пожалуйста. Там рычаг стоит. Где? Я его не вижу. Ну, Лёха, либо зверь пусть отключит. Они там рядом с рычагом стоят, там надо нажать рычаг. Где? Ну, так вот. А, вон, видишь. Чё? Вот, да. О, я опять нажал ловушку. Ты опять отключи. Так, по поводу перегруза. Ну чё, взламывать? Да что ж вы нажимаете-то? А тут пройти нельзя, ты же должен разминировать. Ты ж у нас этот разминировщик. А я их не вижу, эти ловушки. Да я уже нашел все, нажал их. Наступил на них, точнее. Я их так нажал. Отключи, отключи, Серега, ты там рядом вон с рычагом. А где, нажми, а где встречаются? Ну сзади тебя рычаг. Рычаг сзади меня. Это факел. Рычаг это что, метла? Рычаг это с пола, а-а-а, палка торчит, которую можно нажимать. Чуть непонятно. О, я кошель нашел. Тут его не достать, правда. Да, я его тоже не достал. Лёха, иди достань кошель нам. Где? Ну, где я стою, иди туда. Только не наступай на ловушки. С другой стороны иди, потому что там ты не пройдешь. На ловушке по-любому наступишь. Вот кошель. Вот он. Boring. Скучно ему, говорит. Кошель с золотом там прикарманил, говорит, скучно. Так, ну чё, открываем бочку и будем драться? Подожди. Давай. Подожди, а эту как отключить? Кого? Ну вот рычаг, чего? Ну, давай, я открываю бочку, всё, сохраняйся. О, всё, окей. Я иду. О, вот эта рыба что делает? Ничего не делает. Я все, я сохранился. Че, давай. Ну сейчас я вот тут еще возьму. А, ничего не делает. Так, уходим. Ничего не произошло как бы. Та рыба вонючая вывалилась. Так, ну, смотрите, давай все бочки-то найдем. Сколько их было? Две? Вон еще одна. Ну там еще одна, да.
Вот там он был. Давай. Давай, вот я ее вскрою сейчас. А, вот это вот это. Видишь, она другая у нее. Видишь, какой этот диалог возник. Смотрите. То есть у той было просто вскрыть, а тут про дурных гостей будет. Короче, вот тут, скорее всего, враг будет. А вы наверх залезьте где-нибудь и стойте наверху. Ну, мы уже стоим. Ну, не все вы где-то... Лёха, залезь вон наверх. Вот, видишь, рядом со мной лестница. Там наверх можешь залезть. Я тут. Ой! Я, по-моему, слишком наверх. Подождите. Ты что, выпрыгнул с подвала? Я не знаю, ты меня так бесишь. Да ты тут находишься. Проделал головой. А, все, нормально. А то я видел то, что сверху находилось. Окей. Короче, я ломаю. Ну что там? А, я оружие нашел какое-то. Арбалет прикованной души и клинок прикованной души. Нет, я здесь точно не был. Опа! Окей. Досталось всем. Так. Мне не досталось ничего. В смысле не досталось? Вон у вас аж их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. О, кстати, они все это, никчемные. У них брони-то нету магической. И физической нету. Они огненные. Но, Лёха, а у них иммунитет к огню. Они все будут взрываться. А, взрываться будут? А тут еще бочка с нефтью. Ой, тут будет все рванет так, что мама не горюй. У этого персонажа нет талантов. Чё, ничего тут не взрывается. Так, я либо к Лёхе могу закинуть своего инкарната, либо к вам. Ну тебе вообще надо валить оттуда. К себе его поставь, чтобы он тебя... Мы-то тут справимся бы. У тебя какой-то инкарнат. Чё, мы же в прошлый раз его прокачали. Ты чё, да, он же у нас теперь... Он у меня теперь повышенный. Чё, ты сбежал, да? Ну и правильно. А ты, правда, сбежал чё-то куда-то, ну... Там место, по-моему, не лучше, как... Клади всех в нокаут, короче. Реально, давай. Всех, кто рядом стоит. Ну и это тоже сработает. Вообще бочку надо было взрывать. А, ну хотя... Она же это взорвется, ему урона не будет никакого. Она может физурон наносить, когда взрывается. Лирик, ты можешь нокаут прокачать? Нет, я его не прокачал на нокаут. Я его на этот прокачал, на защиту. О, 93 единицы физурона наносит. На нас они быстро могут съесть. Захотят. Ну а эти все, они на него агрятся. Все вокруг него. Так что с этим вообще как бы без проблем. Ну как все, они там всего лишь... Там трое на него, по-моему, агрятся. С два, то четверо. Четверо. Раз. Один. Два. Четверо, четверо. Все вокруг, три, которого инкарнаты стоят. Три всего. Всего три. Четвертый один сходил. Походил уже. Но я с двух могу сбить, как бы с ног, допустим. Одного точнее. Ты можешь к дальним идти, а эти пока будут его бить, вы дальних побьете. Не знаю, я буду вот что тут стоять. Тут самое безопасное место сейчас. Вот ну сейчас, да. А чё? А кто там стоял, кто-то? Я тут далеко, мне просто повезло. Ну ничего ж не случилось, что ты переживаешь. А ему урон нанес, смотри. Вон, посмотри. Наведи вот, который передо мной стоит. И у них, кстати, единиц урона нанеслось. У них от огня самая большая защита. Ну, да, но им физурон. Взрыв нанес им физурон. То есть они сейчас по огню бегать будут, но взрыв-то им физурон нанес. Чего? I clean you out, beast. I empty you.
О, зверь тебя будет убирать тут сейчас. Я прям. Какими-нибудь круговыми нет у вас? О, кстати, они тут есть мерзкие и есть гибельные. Гибельные попроще как бы. А у мерзких они восприимчивость вообще ко всему. Какая невосприимчивость? У них сопротивление огню, земле, яда. Не восприимчивость. Огню 100%. Порче и горению. Ага. Это мелочи, кстати. Ты что, путы на них, да, наложил? Ну, походу. Чтобы не ходили. А они сейчас вон это их убьют. О, каменный, кстати, инкарнат тоже так неплохо смотрится. Он похож на этого. Сейчас скажу. Блин, игра BioWare, помните? Вспоминайте. Ну, этот как он? Dragon Age? Да, на тролле этого. Там эти были расы там. Были. С рогами. Да. Он непонятный, то ли он какой-то... Звери волк с хвостом, то ли это демон, какая-то смесь оборотней с демоном. Сейчас я еще посмотрю, что у меня есть. Так, а ловушки они только урон огнем наносят или еще физурон наносят? А то мне кажется, надо бежать туда, как бы, и под ловушки их подставлять. Там, по-моему, горение. Что тут там... что-то нам сейчас люлей, по-моему, навешивают. Да, ну перестаньте. Сейчас всех раскидаем. Лёхе надо как-то выкидывать эти твари. А, они потухли, они же в луже воды стоят. Их не поджигали. Огнём, да, не бей. Не-не-не. Они сопротивление огню, ты что, они будут лечиться? Нету, смотри. Они лечиться не будут. Огонь минус 50. Огонь минус... А, огонь минус 50, да, у них сейчас. А, так бей, значит, огнём тогда их. А, ну ты их, по-моему, сейчас опять под это вернул им это умение, да? Нет. У них да, на них вернул. Пламя какой-то наложил. Вернул огонь 50. Не, они загорелись сами, когда вышли. Надо, короче, кастануть дождь. У кого есть свиток дождя, кастуйте его. У меня эти есть огненные. Ой, блин. Водяные эти стрелы. Надо свиток дождя кастануть. По-любому. Я сейчас посмотрю, у меня есть где-то. Чит, чит. Какой чит? Нет никаких читов. Так, у меня... Так, у вас свитков нету, да, таких, похоже? У меня есть два свитка, я кастану. У меня тоже есть. Ну, ты тоже кастани тогда. Сибила может кастануть, если у нее есть. О, неплохо. О, скоро умрет кто-то у нас тут. Так, а сколько он требует? Он требует. Ты порчу наложил? Порчу. Вот, а теперь это. Лечи его. И он умрет. Ну не можешь умрут на своем ходу все. Блин. 16 и 37. Ну, Леха, они умрут, когда ход до них дойдет. Смотри, отравление наносит у тебя 23-25 единиц урона входа. Так, ну чё, я кастую дождь, да? Надо в центр только встать. Или так кастануть? Огонь проклятый, он не потушится. Но они все равно будут на них, наверное, это. Давай. Вот так вот. Проклятый пар появился. Ого. Ничего веселей. Ну а чё, нормально? Только я не вижу разницы, там есть какие-нибудь эти урон водой. Щупальцы в паре-то. А, там черепа. Посмотрите, видите? Видите черепа? Нет. А ты посмотри, вот сверху, который около меня этот.
проклятый парк там ходит. Пролетает. Вот, смотри, смотри, и через некоторое время черепа пролетает внутри. А, это, ну так, да. Огонь их будет лечить тут, кстати. Да не будет. Да лечить будет, вон, на них сто, у них больше сотни этот... Почему сотни? Сопротивление. Было? Вот который рядом со мной, у них у гибельного там по 110, по 160 этих сопротивления. Странно, пишет иммунитет к огню плюс 100, а огонь 60%. Я его отложил ход сейчас. Я его бафнул. Сейчас его. Правильно, правильно. Главное, чтобы его не убили до того, как он сходит. Его можно полечить, кстати, ему можно еще это наложить на него. Починку какую-нибудь. Его лечить не надо, да, а вот починку. Эй! Лёг, смотри, там у некоторых иммунитет к огню там уже написано. У меня. А у некоторых нету. Так, по-моему, мне, да, досталось? А, ну он умер и взорвался, они же все-таки взрываются. Класс, сколько у меня хп? Не сколько. Да, я умру. Прямо сейчас. Ну и все, инкарнат вам не поможет. Ну ладно, да их сами. Не, ты убил, он взорвался. Они, умирая, взрываются. Ничего страшного, чё. Сейчас умрем все вместе. Ну, Лёха поднимет тебя сейчас, что делать? Ихни там не умрет. Да, там у него вон сколько гостей идет. Я могу поднять его. На, вот это, вот сюда вот меня, если сможешь. Ну, может быть. Обратно. А слепота, да, кстати, им не поможет. Слепота же против магии и дальних ударов, да, и действует. Почему? Против ближних, ну, получается. Они тебя, может, не видят, когда это. Слепота дает дальность и точность. И оппортунизм отменяет. А, ну типа точность, значит, поменьше станет. А, вот видишь, он может бить как-то. Ой. Он взорвался, что ли? Да, помер. Надо валить, надо валить. А я думаю, да, надо убегать, и пусть они туда бегут за нами. Сейчас Леха только подымет это. Лирик. А, Лирик. Да. Лови. Подарочек. А мне надо валить. Быстро, а быстро. Куда ты его поставил? Правильное место, конечно. Ну не знаю, ты тут он в окружении врагов тут. Да нет, я над тобой нахожусь. Мне нужна помощь. Ой, Фэн сейчас умрет. Леха, лечись! Ты чё? Ты зачем когда лечит? Я вылечился и взрываю. А, ты ядом вокруг себя, что ли, все обрызгал-то? Ну да. Нет, я выпиваю яд, у меня взрывает. Здорово. Я же горел. Ну да, логично. Ну, Лирик, давай уж. Ну лечись, Лирик, и это... И убивай вот этого, там, тормози его, что ты с ног сбивай, у тебя же есть эти там твои штуки всякие. Или себе там поставь у этого, этого инкарната, и пусть он держит удар, как бы. А ты будешь всех расстреливать сверху. Он там будет держать оборону, его можно лечить там, ну, свитки всякие использовать. Я, кстати, тоже что-то плохо себя чувствую. Надо эту
восстанавливать броню, похоже. Так, я могу тебя это подлечить. Не, мне не надо. Он зверя можешь подлечить. Потушить его можешь, кстати. А, на нем некропламя, наверное, да? Но не. А, это не. Подожди! Тушится. На нем порча была, ты его убил уже. Ты же меня убил! Блин! Ну спасибо. А подожди, а почему порча это так работает? У порча на такой работает. Эффект у него лечить нельзя. Ну, все. Блин. А чё ты молчал-то? Мы тут обсуждаем, кого лечить. А я пропустил. Говорят, серого. Ну ладно, чё их осталось-то? 4 щадя ада, мы их убьем сейчас. Да, хорошо бьет. Он сейчас взорвется. Бам. Ой, я умираю. Стой. Вот так на тебе, собака. Эй, эй, не поднимайся ко мне. Кыш. Тут есть. Так, а на мне. А, на мне тоже порчик, кстати. Это очень плохо. Ну-ка. Будет наносить вам 100 урона. Фак. Он и щиты использует, я забыл. А ты умрешь могу... уже, ты тебе. Да, не тебе некропламя. 43-45. Да, спасибо. Блин. Ну, сорян, сорян. Я ж хотел как лучше. А получилось как всегда. Так. А, ну да, надо все-таки ускакивать. Нас... А они нас уровнем, кстати, больше. Одни. Так, ну их двое эти осталось. Раз. Почему двое? Трое? Два. А, да по мини-карте три, вон. Ну ладно, твои страдания окончились, дварф. Отдыхай. Так. Ну, кстати, его можно поднять, зверя-то. Без проблем. Так, я не дотягиваюсь до того, да? Почему? Стреляй вон на нее, которая возле зверя стоит. Ранеташки нету, так что не надейтесь. То есть, думаешь, у него лучше стрелять? Я думал, надо вот этого сначала убить. Да он сам бы умер, ты чё? Да не, он бы пока добежал, бы умер. Знаю я их. А он, кстати, не взорвался. Или это просто не видно было? Серьезно, я не попал, да? Ну ладно, чё. О, их трое все-таки. Так, чё и как мне тут пройти-то? Пипец, это некропламя, тут вообще жесть. Да стой тут, они сейчас придут сюда к нам. Зачем куда-то идти? Стой и сгорай. Стой и убивай их. Так. А чё не написано, сколько порча длится? Или она это? До тех пор, пока я не снимешь, типа. Я, наверное, никуда не буду ходить. Я буду... Попробую, как бы, сверху атаковать всех. Сера, а чё ты без... Без этого... Без, этого... Силы. Без одного. Я использовал, не знаю, чего вы не используете. А мне не на что использовать. У меня тут, ну, жар дракона демонический. А, кстати, можно, да, демонический взгляд использовать. Давай. А, у него нету. У них просто, ну, магической брони нету, я ничего не смогу забрать. Так бы можно было, конечно, ну. Так, где свитки мои? Ту-ру-ту-ру-ту-ру. Живи, мой друг, живи. Чё меня не лечит, да? Ну, а ты далеко просто. Посмотри, где мы стоим. А ты где, ты умер? Ты не опоздал. Ну ничего, сейчас. Подожди. Воскрешение, ну-ка. Я, кстати, могу туда припрыгать. Только, ну, мне надо отличиться просто. А на мне порча еще, по-моему. А, не, порча с меня снялась, кстати. Я теперь лечиться могу. Да не, копаем, ты говоришь. Так, а я в эту подлог попасть не могу.
Некропламя мою жрет эту сейчас. Магическую броню. Я ж восстановил себе. А вот Сереге надо починку какую-нибудь. А хотя починка у него только физ броню восстанавливает. Но они, кстати, физ уроном бьют. То есть инкарнаты они вот били. А хотя он стрип живой как бы. Им, кстати, некропламя, по-моему, тоже урон наносит. Кстати, тотем-то неплохо, смотри, им бьет. 58 урона. Да, но он только однотычковый. То есть к нему подойдешь, стукнешь, и он ломается. Здорово, одна единица осталась. Но они умрут, а у них отравление есть. Значит, взорвется это. Отлично. Откладывай ход, наверное, пока. Я его или кинь там. Я уже отложил. Это уже отложенный ход. Иди к этому. О. Да ладно, пусть нет. Не, он сам умрет. Че там, одна единичка жизни осталась. Он сейчас взорвется и поранит его. Не, я этого буду ждать. Он тебе, может, и не пойдет. Куда он денется-то? Ну стой, лечись, что ты. Зелье выпей. Да уже можно. Или можешь не пить зелье, потому что что, какой смысл, бой закончим уже. Он один, но. Так, у того сколько там осталось здоровья? 121 всего. Он только спрятался. Мы его сейчас убьем, но. А он не видит просто, скорее всего. Серега, что, или ход пропускай, или что там делай? А я что-то думал. Нет. Сейчас посмотрим, куда он будет ходить, а там уже решим, что делать. А, он ничего не делает, кстати. Я убираю мусор, я уберу тебя. Скажи это в лицо, сволочь. Скажи мне это в лицо. А он не видит, скорее всего, нас, потому что тут все горит. Путь перекрыт. Спускайся, ты же это, не касаешься земли. А я не могу, кстати. Да кажется, что мне пишет путь перекрыт, типа. Потушите. Некропламя не тушится. О, а парк стал обычным. Без черепов. Да и этот закончит гореть рано или поздно. Путь перекрыт, говорит. А гореть два хода будет, да. Ну пропускай ход, посмотрим, что еще дядь должно что-то делать. Он тебя может сейчас увидит, прибежит к тебе. Но Леху я бы не поднимал бы до конца хода, он сейчас умрет опять. Толк от него все равно. А я что-то не вижу, куда его ставить. Ну, к себе только можешь поставить. Или вот сюда. А, фигушки. Вот сюда только. Ты, наверное, не можешь поставить, потому что ты в облаке пара находишься. Я его самого не вижу, труп. Все понятно. Я сам труп не вижу. Инкарнатом, не парься. Куда ты пошел? А, тут, да? Всё. Ну все, чё? Инкарнат погиб с честью. Нормальный был бой, чё, в принципе, мы затащили. Ну, если бы я ещё так не вылечил. Ну... Другу ещё лучше.
Меня поднимет. О, печень. Да, иду. О, а с них камни какие-то драгоценные выпадают. Да, это есть. Дымчатый рубин. И дымчатый. И денежки. Они тут жрали кого-то, может, с деньгами был? Кто-то. Ну, неплохо, в принципе. Че, всех полутал? Серега он там наверху что-то не полутал. Не он стоял. Ты посмотри, арбалет тебе нужен? У меня там лежит в инвентаре. Правда, он какой-то, ну, он вроде как бы уникальный, но он без понтовый. Я посмотрю. А пацаночка сделана? Надо сделать, ну. Когда мне, я погляжу. Ну ты посмотри, у меня в инвентаре, да и все. Ишь ты какой, не хочешь отдавать. Да не, в смысле, чего не хочу? Че его туда-сюда треливать, как бы, если ты продавать буду его? Тут это везде бочки снег. Серый, а тебе если пояс не нужен, серый, дай мне его. Не, пояс не нужен, там воровство плюс один. Я его использую. Кстати, а если вылезти сейчас с подвала, то этот будет? Ты только из-за воровства его? Так давай я тебе 5. Вот этот. Плюс 5 еще пригодится. В смысле плюс 5? Плюс 1 у тебя воровство написано. Нет, у меня будет всего с ним плюс 5. А плюс так 5 на, это... на тебя. Что на, держи. Ну что на-то? Давай. Я же не вижу, что-то появилось. У тебя еще какой-то пояс вот на воровство? Это... Ну, у меня сейчас вот этот пояс на мне. На воровство? Этот лучше будет. Но он, на нем просто есть воровство, но оно мне не нужно. В смысле, короче, это лучшее, что было. А у этого шанс крит удара заодно. Ну то есть, если пояса плюс воровство дают оба, то в принципе, наверное, без разницы. Так, чё, всё тут ведь мы, да? Так чё, тебе не нужен этот арбалет-то? Нет, не нужен. Прикованный души называется. А, у него, короче, какая-то энергия и столько в нем. Лёха, выйдешь когда наружу, поговори с пёсиком. Мне кажется, он будет огорчён тут. Это тот, который спрашивал, типа, тебя ещё не схавали? О, Лёха умрёт сейчас. Вон, Лёх, поговори с этим. Что ты? Вот, который тут прям. There were bad things down there, but they smell dead now. Oh, goody! Thank you. Нямка. Ясно, пёс пошёл хавать нямку. Окей. А этот пес, который на улице, он тебе что ответит? Так, а на улице, который нам подсказал? Вот, Лёха сейчас с ними общается. Чё он говорит? Штуки под песком теперь исчезли, но всё равно пахнет плохо. О, нямка, ты хорошо. Короче, они собаки пошли их пожирать. Ой, можно это пугать ее. Люблю плохую требуху. Ясно. В общем, тут странные песики. Ну а чё, это животные. Тут животные, как бы, ну, они по интеллекту, видимо, не особо, как бы. Инстинкт самосохранения, такую каку-то нельзя, наверное, не кушать. Не, ну, видимо, им все равно. У них желудок крепкий, видимо.
А, тут я слышал где-то у кого-то гнома, тут эти какие-то перчатки на воровство крутые. О, кстати, а как вы тут вход-то есть в эту комнату? Что-то я не вижу. А, вот. Че, все вышли? Ну что, заканчиваем, да? Смотрите, я предлагаю на этом на площади встать, чтобы в следующий раз отсюда пойти. О, я нашел в бочке, кто-то прячется. Смотрите, видите? Колышется. Ну давай, мы наблюдаем. А, да, у меня тут на входе, когда я первый раз зашел в таверну, спросили, вы не видели ли тут мага? They're trying to kill me, or worse, drag me off to Fort Joy. I don't want them to take me. Ну да, шепотом спросить, что нужно. Надо 5 выбрать, посмеяться и отдать его магистрам. Смотри, что. I just need to get out of Driftwood. I can't risk being seen. But if you can get out of town, I can escape to Ox. Please. I'll do anything. Just don't let them see me. Don't let them find me. Не, если пойдет, то они его наверняка заметят. Его, скорее всего, надо как-то с бочкой. Damn it, hurry up! I can feel the fish oozing everywhere. Okay. Go if you have to, but please be quick. If the magisters even think that I'm here, well. We'll all be sorry. I have enough nitre and brimstone to turn this factory into a... Please. I don't want to die. Он еще и камикадзе. If the magisters find me, I won't let them take me. I won't. Медленно сцепить от бочонка. Okay. But please be quick. Странный груз. Скорее всего, надо как-нибудь его это прямо в бочке надо будет транспортировать. Не, тут оно не получится. Ну, я имею в виду как-нибудь сделать так, чтобы его куда-нибудь вместе с товаром... Нет, скорее всего, нужно с ним идти этих, чтобы магистры не попались. Вот, видишь, они ходят. И тут нужно все это провернуть так, чтобы... пройти мимо них. Так, а где ты его на это в крайний, да, нашел? А куда его отвезти надо? Я так и не понял. Просто за город отвезти. Так. А бочку в кармане. Просто вывезти. Просто вывезти. А за город это куда? Просто вывезти за границу. Карман тут город положили все. Город на островке же находится. Скорее всего, вот к мосту куда-нибудь там. Отводить, отвезти его. Сюда, наверное. Вот это, наверное, самое ближайшее. Не, там, через мост там же эти стоят. У стражи. Это вот до сюда его надо везти, вот. Вот тут вот. Переводить его туда, наружу. Да через город его. Вы так не доведете, вы что, посмотрите. Ну сюда да, тогда можно... вот. Вот сюда, да. Давайте попробуем сохраниться, да пойдем, поведем. Просто вы идите впереди, если еще магистров будете палить и говорить мне, куда там идти. Тут вдоль моря еще пойдем. Все, пошли, я сейчас возьму его. Идем. Так, а магистры тут как выглядят-то? Ну они ходят в этих...
По мини-карте вон можно видно просто, я не знаю. Вот магистр Бенсон. Вот, вижу. Как солдатики. Так, ну вот сейчас около меня магистр есть. Где? А ты можешь отвлекать, кстати, его. Тормозить его можете. The dwarf reaches into a barrel and pulls out a fish. Так, давай я тогда, подожди. Ты... Я пошел вот сюда. Я вижу, где ты, я иду к тебе. Так, вот здесь где-то кто-то лазит, по-моему. Один, вон он, магистр один лазит. Можно его отвлечь тут. Вон, вон он идет наверх. Ладно, я побежал. Так, он спалил меня, все. Но что ж ты побежал-то? Так, сколько он тут? А, он тут один. Может быть, нам его удастся быстренько? Да не, они, может, все враги нам станут. Ну, давай проверим. Настоящий убийца нашли лучше. Мы же заканчивали, а? Ну, ну мы будем, мы хотели старьевщика провести. Да, да, заканчивали. Еще. Ну, давай загружайся тогда, чё. Зачем загружаться-то? Ну... Чё, без потерь? Чтоб типа... заканчивать, как бы. Мы ж не будем драться сейчас еще 20 минут. И сохранка там осталась. И вы тогда, вы можете выходить. Просто так это... Сразу же я нажимаю продолжить. Почему Alt F4? Ну еще что. Вам такая разница. Вам же сохраняться не надо. Я сейчас пойду продам еще вещички, еще что-нибудь сделаю. По крафте, может быть. Некроманта, может быть. Ну ладно. Давайте, давайте. Пока. По некроманте, давай.